5 суток ареста за разбитую остановку получил 21-летний житель Петропавловска. Напомню, инцидент случился вечером 10 октября по улице Жукова. В первом отделе полиции быстро установили личность нарушителя. Помог в этом стражам порядка прохожий. Он услышал шум. Увидев разбитый остановочный павильон, не стал тратить время на то, чтобы выложить фото в социальные сети, а незамедлительно позвонил на 102. По словам парня, в тот вечер он был пьян. Рядом были, кроме вас, там еще кто-то люди? Не знаю, не видел, находился в алкогольном опьянении. Сильно пьяный? Средней степени. Этот гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности. Далее в ходе опроса было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Далее в отношении него был составлен административный протокол по статье 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд. Постановление суда направили в отдел жилищно-коммунального хозяйства для подачи иска о возмещении причиненного ущерба. Кроме того, суд установил особое требование к поведению нарушителя. Следующие 3 месяца ему запрещено употреблять алкоголь. Контроль над исполнением будет возложен на участкового инспектора. Полицейские напоминают, что за нарушение особых требований к поведению предусмотрено дополнительное наказание. Анна Куликова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.